Долгополов укрыли Советов. Но сейчас рокировка произошла, и Михаил Августов, права на которого принадлежат санкт-петербургскому «Кристаллу», он вышел на площадку. И момент у Танжера. 1-0. Первый же удар в створ ворот Михаила Августова. Именно Михаила Августова оборачивается взятием ворот. Танжер. Шедевральная бисиклета. Удар через себя. Отдал передачу на фланг. Ускорился. И здесь очень тяжело было